Здравствуйте, друзья. Мы с вами в Санта-Крус. На даче у нас я продолжаю тут борьбу с микрофоном компании DJI, чтобы оно хозяйство подключилось к моей GoPro. Я думал, что там просто, потом я думал, что сложнее, потом я понял, что вообще все не то, и все там несколько сюжетов, которые я снимал с этими микрофонами, просто не было подключено ничего, все это работало на микрофон, камера самой. Сейчас я вроде бы нашел, почему это все происходило, пошел там, почитал, погуглил. По YouTube, значит, увидел, как люди делают, вроде должно работать. И сейчас, например, вы должны слышать, и у меня тут есть индикатор такой на этом DJI. Ну, давайте я сейчас так в тенечек встану. Вам видно, нет? Вот справа. Вот я молчу. А справа вы слышите Светлану. А когда я говорю, вот слева, вы видите меня. Ну, неважно, если там, что вы видите. Не видите, вот солнышко яркое. И вот этот Томик, Том Михайлович, ты что ты жуешь-то, разбойник? Вот. Что ты жуешь? Вот. Ну, такое ощущение, что наладилось, друзья. А то же я переживал. Я думал, сейчас на дачу приедем, мохнатку на мой микрофон, мохнатку на Светин. Будем сейчас на всех ветрах, понимаешь, и вот. У нас было много желтых лимонов, но приходили гости в прошлый раз, и желтые подобрали. Скоро еще будут. Там внутри тоже есть, только они колючие, там эти иголки. Все, починились. Такое ощущение. Если не починились, я это видео вешать не буду.